Очередной матч взял старт. Встречаются Меридиан Энерго и МОС Энергосбыт. У нас уже определилась большая часть мест в турнирной таблице. На первой строчке останется Московский банк Сбербанк России. На второй расположился Газпромэнергохолдинг. На третьей позиции спецсвязь. Но вот судьба четвертого места пока неизвестно. Если Мосэнергосбыт два своих матча выигрывает, то у них становится 23 очка, но по личным встречам Мосэнергосбыт лучше Татнефть. Сейчас точно, скажем так, закончились встречи команд 1-0 и 1-1 в пользу Мосэнергосбыта. Так что МЭС сегодня может приблизиться вплотную к лидирующей тройке. У Меридиана есть шанс еще подняться выше, если Мосэнергосбыт ни одного очка не набирает. Но Меридиан Энерго выигрывает сейчас и в следующем матче. Но тогда Меридиан становится 18 баллов, то есть на одном больше, чем у Мосэнергосбыта. И тогда Меридиан на пятое место зайдет, а Мосэнергосбыт опустится, соответственно, на шестое. На седьмом и на восьмом расположились Банк ВТБ и Сбербанк Технологии, соответственно. В общем, матч, который хоть какое-то значение имеет в турнирной таблице. Пока мяч под контролем у Мосэнергосбыт. Первый матч команд в этом сезоне закончился 3-2. Победа Мосэнергосбыта. Так что если Меридиан выиграет сейчас достаточно крупно, Мосэнергосбыт в следующем матче не спасет ничья. Равенство очков тогда... Меридиан будет выше. Первый на мяче сейчас был. Линия рядом с 6-метровой отметкой. Не будет штрафной, но, видимо, обойдется без желтой. Пиджама Идрисов у мяча. Трисов сам пробил, попал в капитана Мосэнергосбыта.
сразу до перерыва, пока за четвертое, пятое, шестое место еще ничего не определено. И другие, по-моему, слишком сильно увлекаются контролем для того, чтобы обострять то и дело и побочные передачи делать. Исключительно ради того, чтобы мяч сохранить. Поэтому и моментов пока нет. Назари очень здорово на выходе играет. Не просто будет организаторам соревнования определить лучшего вратаря. А пока индивидуальная номинация предусмотрена. Жама. Пол в атаке. Меридиан. Снова перехват в центральном круге. Все атаки у меридианцев начинаются с пиджама. Все через него. Конец первого тайма, счет не открыт. Кир, возьми банан. Кир. Второй тайм, встреча Мосэнерго сбыта и Меридиан Энерго. Начинается просто такие МЭС. Thank you.
Шевченко, Федорович, пробить сейчас. Удар был невидимый для вратаря, но закрыть ближнюю штангу – это главная его обязанность. Рис. Дарил мяч. Товарищу, и все-таки выходит вперед Меридиан Энерго. Отличный проход его, но упал он без нарушения правил со стороны оппонента. Вот это ошибка от голкипера. Меридиан немного сделал таких передач до того, как забил первый мяч. Видимо, будет делать еще один. Сейчас ты выходишь. Рисов слева бьет. Вперед Мосс Энерго. Наконец-таки в атаке Мосс Энерго звучит, что-то новое. Меньше остается времени Мосс Энерго, а им нужно отыгрывать хотя бы один мяч. Там, давай. Коротки от меня. Предлагаю все-таки, блин, один приз. И вновь
внутренней стойке вылетел мяч. Арбитр все видел и отправляет футбольный стрелец в центр поля. 1-1 становится счет и ждут нас последние 4 жаркие минуты. Кирюх, один принцип, да? Очень быстро обидок. Меридиан Энерго. 2-1. Кажется, что после забитого мяча Маэстро уснул. Боря полевого игрока вместо голкипера уже манишка один на игроков. Вратаря каким-то чудом ставил ногу. 3-1. Ну вот теперь. Пускай не выпускай, а отыграться будет тяжело. Последняя минута пошла. Дима, Дима, иди сюда, вот сюда иди. Да. Леша, верни мяч, юхаря сюда. Игрок и вы такие голы порой не забивают. Все, встали, 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 встали. Вот, все, встали. Через два, через два. Вот. 20 секунд. Все, ну,
Касание, подожди. Штангу. Касание, бля. Кирюк, дай микрофон. Рогой, рогой его, рогой его. Рассудки, скажу, чё. Сейчас никто не отвлекся, я отнесу ее администратору. О, ворота практически были пустые. 3-1. Подвой счет сейчас будет вечером в игру и прозвучит финальный свисток.